Всем приветствую, Данте, давайте поиграем в Slender Space. Как понимаете, то, из названия это что-то... Это Slender в космосе. Это видно даже по персонажу, который изображен в таком стиле. И вообще, интересно, стилистика начального меню. Нельзя тут нажать Two Players, то есть коп на двух человек. Не понятно почему, хотя, скорее всего, из-за того, что это какая-то альфа, я помню. Так, давайте тогда начнем, поиграем. Нам нужно найти 6 пар нот открыто. На какую, кстати, это... О, все. Карта, все нормально. И... Все ужасно. Что самое интересное, поначалу в поисках там мало, сейчас уже самое оно. Выпустите меня отсюда. А, во, на F фонарик. А, во. Господи. На ошибку бегать или как? По-моему, тут вообще бегать нельзя. Да. Ой, господи. Чё тут было вообще, а? Да, кстати, интересно сделано. Ух ты, ё! А, здравствуйте. А, то есть это та же система. Тебя смотришь, ты меня поглощаешь, да? Только тут он может ходить. Анимация сделана. Это интересно. Я думал, анимация не сделана, нифига. И вообще появится только когда я найду хоть один из этих Power Notes. Мне уже это не нравится особо. Давайте вообще погуляем, посмотрим, что тут есть. Я особо даже искать это не буду. Потому что я их пока что не вижу даже. Ух ты. Чуть падает уже. Это то, не то. А, то. Собирается, кстати, на Е. То есть тут мышку в основном как это осматриваться. А так, активные клавиши это F, это фонарик, и E, это брать. Ух ты! Фига себе. Меня уже эта игра начинает радовать, кстати говоря, потому что я в хоррорах давно разочаровался. По-моему, посмотрев какой-то фильм ужасов, которыми я нифига не напугал, и поиграв еще, а во, еще одна штучка, что я взять не могу, или это не та штучка, скорее всего не та штучка, да. Один минус. Тут Слендермен сам двигается. То есть в любой момент он может появиться. Причем... Вот в чем проблема было сделать анимацию Слендермена в любой другой игре, а?
Так, в любой другой игре про Слендера, то, что, как помните, если в любую другую поиграть, он именно как статический персонаж, он стоит на месте и не двигается. От него легко убежать, а тут он... О, все. Это смог взять. Тут что-то не смог. Ну ладно. Тут он уже не статический персонаж. А как вы знаете, статический персонаж это персонаж, который не двигается. По сути, если я правильно говорю. Потому что, ну точнее, объясняю. Я потому что не помню. Вот я знаю, что. Ну да, статическая картинка это картинка, которая нифига не двигается. Ничего на ней не происходит сверхъестественного. Ух ты. Вот видите, тут он поработан как бы в 3D и вот именно здесь такое свойство передвижения у него. Это уже что-то новое, интересное. А как он меня забирает-то? Я никак не пойму, я хочу понять. А, то есть он так начинает орать и все. He got you. Ну как видите, вот сразу у него такая анимация интересная. Ну, все равно как-то не пугает. Ну, инди-игры, я посмотрю, есть вот хорошие, которые могут спать, есть нет. Нету, которые пугают. Я помню одну игру, она как бы хоррор, но ни хрена не хоррор, ну, инди-игрушка. Не помню, как она называется. Там... Это шняга, за которой за нами гоняется, она вас не пугает, она вас может рассмешить. Просто она глупо выглядит достаточно. И если знать охренительный баг, то это уже будет называться не хоррор, а посмотрите и... монстра. А и это искусственный интеллект. Вот и Слендермана тут уже как-то радует, чем и в другой такой же игре. Потому что вспомнить тот же Slender Shadow Person. Там он просто тупо телепортируется, опять же. А тут он именно двигается, и это уже как-то более интересно. Вообще, давайте вспомним всех Слендерменов. Во всех Слендерменах он статичен, то есть он не двигается. Нет анимации движения, он статичный, как статичная картинка. Ну, многие играли в Doom 2, в первый Doom, в Quake. Так уж многие поймут, кто именно в нее играл, кто не играл, поиграйте, рекомендую. Вот именно там персонажи, так, кстати, можно еще взять за пример Duke Nukem 3D. Если так вспомнить, там у него тоже враги статическая картинка. Как многие помнят, то что вот в играх... По-моему, в 80-х, если не ошибаюсь, как-то только это компьютерные игры начали появляться, вот такие уже в 3D-виде, они в основном были это враги статической картинки, вот оружие более-менее так стараюсь сделать по 3D-шному, руки персонажа, вот именно за того, которого мы играем, и орудия более-менее такими 3D-шными, анимацию даже стараюсь как-то более-менее так сделать. Ладно, это... Уже это уходит из того, чего я хотел.
Так уж, давайте. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Дант. И всем пока. Увидимся.